Вас приветствует компания «Санаториумс», которая является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Мы на курорте Марианские Лазни в Чехии и сейчас проведем для вас видеоэкскурсию по спа-отелю «Девин». Спа-отель «Девин» расположен вблизи лесопарковой зоны Марианских Лазней, в 1300 метрах от главной курортной крестовой колоннады с лечебными питьевыми минеральными источниками. Директор Габриэла Силерова. Работает она в отельном бизнесе с 1995 года. Габриэла, расскажите, пожалуйста, об особенностях вашего спа-отеля. Наш отель расположен на окраине городского лесопарка в спокойном месте и нескольких минутах ходьбы от центра Марианских Лазней и Крестовой Колоннады. В отеле 68 номеров. В 2019 году была проведена масштабная реконструкция, в ходе которой появилось 26 новых комфортно оборудованных номеров категории «Делюкс». Всего в отеле 4 категории номеров. К ним относятся «Стандарт», «Супериор», «Супериор Плюс» и новая категория «Делюкс», о которой я говорила. Из номеров всех категорий открывается вид на город. В некоторых номерах есть балкон. Наш отель предлагает проживание как с лечением, так и с wellness-процедурами. Мы располагаем комфортным лечебным отделением. Небольшое количество номеров дает нам возможность сделать ставку на индивидуальном подходе к гостям. У нас отличная команда. Большинство сотрудников работает в Девине с начала открытия отеля. Уважаемые, милые будущие гости, будем вас целым коллективом спа-отеля Девин с радостью ждать к нам. Двухместный номер «Делюкс». Площадь данной категории 25 метров квадратных. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и непосредственно спальной зоны. Здесь установлена двухместная кровать размерами 180 на 200 сантиметров. При необходимости ее можно раздвинуть. Гостям предоставляются халаты и тапочки бесплатно, а также есть в шкафу сейф. Далее также имеется телевизор, в том числе и с российскими каналами, холодильник с мини-баром. В некоторых номерах данной категории есть балкон. Давайте же на него посмотрим. Вот так выглядит балкон. Он довольно просторный. Вид открывается на город и на лес. В совмещенных санузлах установлены душевые кабины, есть фен и набор полотенец. Подключение к интернету по сети Wi-Fi для гостей бесплатно. На полу ковровое покрытие. Разрешено проживание с вашими домашними животными за дополнительную плату. Нет системы климат-контроля и кондиционера. Обращаем ваше внимание, что есть номера на мансардном этаже. Учитывайте это при бронировании. Мы увидели, как выглядит одна из категорий номеров. Подробнее с остальными можно ознакомиться на нашем сайте, на странице данного спа-отеля. Там есть фото, описание и видео. Ресторан находится на минус первом этаже. Сейчас я поговорю с шеф-поваром и узнаю подробнее о питании здесь. Шеф-повар ресторана Марек Царда. Работает он в сфере общественного питания с 2005 года. Марек, расскажите, пожалуйста, что и как подается на завтрак? Завтраки мы подаем в форме шведского стола. Гости найдут теплые и холодные закуски. Яичницу, сосиски, отварные овощи, 4 вида колбасных и сырных нарезок, хлебобулочные изделия, молоко, йогурты, несколько видов джема, мюсли и десерты. Из напитков предлагаем 3 вида сока, кофе, чай и воду. А что подается гостям на обеды и ужины? Обеды подаются согласно выбору из меню, в котором есть 2 основных блюда и суп. Дополнительно на буфетных столах предлагаются хлебобулочные изделия, 3 вида овощных салатов и 2 заправки к ним. Напитки гости могут дополнительно заказать за доплату. Ужины, как и завтраки, подаются в форме шведского стола, где главными блюдами являются 2 вида мяса, а 2 раза в неделю подаем мясное блюдо и рыбу. Есть 2 вида гарнира, отварные овощи, 7 видов овощных салатов с 2 заправками, суп, десерт или фрукты.
Напитки, как и на обед, можно заказать только за дополнительную плату. Готовите ли вы для своих гостей диетическое питание? При необходимости можем готовить некоторые виды диет, например, безлактозную, диабетическую, вегетарианскую. Но гостю необходимо при заселении на рецепции предупредить о том, что он нуждается в диете. Все процедуры проводятся в лечебно-оздоровительном отделении, которое расположено на минус первом этаже. Водные процедуры здесь проводятся на основе простой воды, а ингаляция на источнике лесной. Доктор Ян Шестак. Работает он в медицине с 1971 года. По специальности является врачом-интернистом и врачом общей практики. Ян, расскажите, пожалуйста, с какими заболеваниями либо группами заболеваний приезжают к вам в спа-отель? Здесь лечит 3 группы. К нам в отель могут приезжать гости со следующими показаниями. Заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей. Какие есть возможности лечебного отделения здесь? На конце сутерену се нахази и просто. В нашем лечебном отделении проводится такая процедура, как сухие углекислые ванны. Это мешки, которые заполняются углекислым газом. Они не менее полезны, как и простые углекислые ванны. Из водных процедур также мы проводим жемчужные ванны, углекислые, вихревые ванны для ног и рук, а также подводный массаж. Далее мы предлагаем несколько видов мануального массажа, грязевые пакеты, аппаратный лимфодренаж, парафиновое обертывание рук, лавотерм, делаем газовые уколы с углекислым газом СО2. За моим кабинетом находится отделение электролечения, где проводится электротерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, ультразвук, эндовака, диадинамотерапия, солюкс и интерференционные токи. Еще мы делаем ингаляции минеральной водой из лесного источника и оксигенотерапию, при которой человек дышит чистым кислородом. Дорогие друзья, приглашаем вас к нам в отель Дивин на отдых и лечение. Гости, приехавшие на своем автомобиле, имеют возможность запарковать его на территории отеля за дополнительную плату. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал и следите за обновлением авторских видеороликов, а также наших социальных сетей. И бронируйте спа-отель Девин по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.